Активисты Курского отделения ОНФ прошли по аварийным домам, ждущим расселения, и проверили работу управляющих компаний, которые должны их обслуживать. Итоги рейда в сюжете Ирины Кожуховой. Я была студенткой, нас выселяли, я просто пришла сюда, и рабочий показывает мне монетки. 1725 год нашли в кладках вот стен. 18-й дом на улице Урицкого – бывший флигель купеческой усадьбы. Когда построен, неизвестно, но официально включен в реестр за год до революции. Вековая история эксплуатации. Стены расходятся, выпадают окна. При этом есть нормальная крыша и канализация. Жильцы на управляющую компанию не жалуются. Остальные 4 дома в мониторинге Народного фронта ничем не порадовали. Отваливается все. Вот решили пенопласт положить и пеной вот это, и они что-то там заделывали. Помогло? Ну вот пока держится, хоть ветер дует. Обшарпанные стены, плесень, прогнившие балки, дыры в потолке. Пожилые люди вынуждены подниматься на крышу, чтобы слить воду. На самый край лазила, с той стороны, на кухне течет. При этом платежки собственникам приходят. Управляющие компании об обязанностях жильцов помнят. У меня так и вырывается такая фраза: не управляющая компания, а собирайки. Те, которые собирают деньги, куда они их девают? Ну вот мы видим, что дом в таком состоянии, не делают ничего. А жильцам скоро зимовать. Перспектива расселения для них появится только в 2019 году. Ирина Кожухова, Андрей Петухов, Вести Курск.